Я ще в роздум'ях, Волга чи Айфон. Макс. Макс. Пидор. А, понял, осуждаю. Да ты взял такую. Места надо знать. Понял. Гаси камеру. Желательно, чтобы такая 19 лет не старше. Понял. И не меньше. Да, и не меньше. О, пошло, пошло. Хотів, блядь, в грудах попав в їбало, блядь, і вбив. Предупреждаю сразу. Съемочну групу не їбать. Масовка і підари кажуть ваші. Блядь, що? Хорошо, хотів ще спитати у вас, дивіться, такий вопрос. Якщо я передумаю по предзаказу, якщо я відкажусь, нічого ж страшного, да? Якщо ви передумаєте від телефону, да? Да, да, допустим. Що буде? Нічого страшного, тому що дуже великий попит на нього і люди з удовольствием везуть. Ага, бо я просто знайшов Волгу класну для проекту, оце думаю, поняла? Хорошо, добре, ви тільки, будь ласка, попадайте, добре, тому що дуже великий попит на святачку, люди вчать. Та я ще в роздум'ях, Волга чи Айфон, бо Волга в 2 рази дешевше, і ми оце думаємо, що лучше. А ви як думаєте? Ну, бачачи, Айфон 12 промоцію, його стабілізацію віті, то, звісно, за Айфон 12 нема роки. А стабілізація Волги? Ну, видите, вы можете... Чё, сделает человек очень... Да, я вчера только заехал... Ты с лимоном чай? Не, я чай не пью вообще, я... Вот если с алкоголем, с бухлишком, вот... Можем было. Я на баре работал, я таки... Мы еще сделаем чаи. Вот я не нашел клубнику, хотел сделать забахбахать мохито клубничное. Ебать! Охренеть. Так у меня лаймик там есть. Есть вот рожек, блядь, все есть, рожек, кажется, дрова, нахуй. Дрова, короче, рожек, сухие таблетки для рожек. 10 банок огурцов, короче, закуски у нас хватит. Алкоголик. Алкоголик, блин. Алкоголик со стажем на минуту. Я знаю, кто сегодня несет кирпичи. Смотрите, сейчас. А, на Твиче уже были такие стримы? Ну, би. Би. Давай. Это би целует чатик, ребята. Целуй. Не, чуть-чуть ниже опусти. А он, сука, что-то не выкупает. Давай. Ну, конечно. Вот, смотри. О, давай, давай, би, подсемый чатик. Би. Вот. Давай, вылизывай. Би. О, пацаны, целуешь. О, пошло, пошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупо засосал, смотри-ка. А, он топ. Вот, да, я тебе говорю. Вот это Максимки машина? Ну, видимо, да, раз они говорят. Ебать. Смотри. Она открытая, черт, ты понимаешь, сзади. О, поехали, Оль. Что? Макс. Макс. Пидор. А, понял, осуждаю. Да, точно Макса машина, блядь. Опа. Поехали, Оль. Ну как, тебе удобно? Фух. Смотри, тут даже гидроусилитель есть. Да. Нахуй. Ого. Нахуй-то Волга, пацаны. Охуенно у меня ласт открывается, бля, глючит, сука. О, там маком лежит. Так, через 3 минуты буст, пацаны. Ой, поехали. Да, а еще пшивка фиолетовая. Ты соля. Ух. А. Ебай, вот это Максимки тачка, нах. Тут. Там с другой стороны. Сука. Там денег. И тоже фиолетовый салон. Слушай. Ой-ой-ой. Пати-бас в натуре. Это тупо пати-бас. Так, что там чатик пишет? Ебать. Алькантара. Да, Алькантара, пацаны. Это тупо, тупо пати-бас в натуре. С люком даже. Бля, ну с такого корча реально можно что-то сделать веселое. Бля, чего она типа такая, ну, она крашена? Она, ну конечно. Новая краска, ты шо? Ебать! Ох, как мясом пахнет, ебать. Да, огурцами пахнет. Сейчас клади. Ого, там, блядь. А, точно, огурцами ты же их расхуярил. Бля, ебать, да, тяжело ходить. Пизда. Это все мне, да? Закуски хватит. Закуски хватит, ребята, смотрите. Ебать пахнет, сука. Охуительно. Нихуя. Да, ребят, а що це була за хуйня, що типа ти Максимку отпиздив? Та не пиздив, він до мене доїбався, блядь, то... Я вже говорю, стою, говорю, блядь, він... То лізе, що, знаєш, то ударить, то ще... Його на гріх уїбать. То лізе, я ще стояв, тільки... Я хотів ще в грудак, блядь. Ага. Він же в мене зенький, блядь. Сука, я не розчитав, і в око прям, блядь. В око? Блядь, дало такий синяк, таке на попу. Блядь, кажу, блядь, я говорю, я не хотів, блядь. Кажу, а він не зенький оказався, блядь, хотів в грудак. Я поняв, він стоїть там з боку, щось, блядь, вийобується, щось пиздить, блядь. Кажу, хотів, блядь, в грудак попав, їбало, блядь, і вбив. Ще прям в око, блядь, так же... Сука, ну это угар. Зато потом вы не выебываетесь. Можно застрелить, ебать. А сос коли ставить будешь? Шо? А сос коли будешь ставить? А ну-ка давай мне сзади на фоне. Я так на новый телефон купил, все новый. Ага. О, это уже другой? Ну да. То у тебя что, 3 телефона? Ах ты! Ебать! Понял. Снять видео? Цей. Ой, а можна я присяду збоку? А. Я люблю теж з кіношниками, короче, вони ж блатуєтесь. Я говорю, типа ти з тілочкою сидиш, я сніму, да, типа ти з тілочкою, понятно? Да. Хули ти блатуєш, кажу, як я продюсер, блядь. Так же? Понял, хорошо, сідай. Як тебе звати, кажу, називай мене просто продюсер. Понял, продюсер. Да. Все. Сейчас, оп. Авто. Скритий телефон. Да. О! И отправлю, блядь, родичу, хай, блядь, обосцить настучат. Ем сейчас греча вылетит из рта нахуй. Так, найди. Давай, я понял. Только окно прикрути. Да не, нормально, винвейда. Так, пацаны. Чисто постанова, ребята. Hello, amigo. Hello. А ну, мало газоны. Ого! Ти шо? Аміго, довго не знімаємо. Оце жесть! Де ти взяв таку? Міста треба знати. Поняв. Гаси камеру. Все, погасив. Ебать, постановай. Тебе надо было оператором идти работать. Я вам говорю, блядь, я сюди цей. Вернувся, блядь, на зйомку, мене, поняв, в Кривому Рогу. Ага. Мальоха турнули, щас я тобі покажу чого. Все. Форт! Лада, сука! Єбать! Ти не шариш, ти просто... Форт, ескорт, Лада. Сука! Ніхуя! А номера, всім окей. Ну, прокатить нас. Бля, я боюсь умереть, так? Бля, надеюсь, он комару не поломает, бля. А чё, кольца не можешь хуйнуть? А гранату надо полить. Гранату? А бернаут? Что ты делаешь? Уламываем его на кольца. Форд-Ладу. Ебать! В смысле, нахуй? Это что за хуйня, блядь? Оля, ты машина, сука! Куда поехал, блядь? Там комара стоит, блядь. Ты шо, блядь, дед, нахуй? Ебать, он хуйнул. Нихуя себе. Так тут шусь есть в ней? Шо? Классно. Ебать, в ней шусь есть, ну, нахуй. Да. Ручник просто не держи, понял? Три ручничка, он достоял бы и буксовал бы на месте. Пиздос, блядь, что за хуйня? Вона с виду такая не обидна, да, вообще... Да. Не обидно, то есть. Ебать, ты шо нахуй? Ебать! Ты шо? Ну, да. Вроде бы не обидненько, Маленький такой, да? Да. Да. С виду такой. Неплохо. Хорошо тяна вообще. На 3 гудка надо встать, Бодя. На 3 гудка встать? Блять, она пиздует для своих годов вообще охуеть. Ну, блядь, да. Пока выездные, пока не выездные, там вот такие раз в неделю, 2 раза в неделю. Так что, короче, рассмотрю предложение. Які? Роботу? Та ні, заселиться до когось, блядь. Сука! Заселиться до когось! А, то що, мало ли у кого є. Заселиться. В принципі, блін. А тобі жити нема, да? Чого нема, да? Є жити, просто надоїло там уже. А, понял. Хочеться щось нового, блядь. Желательно, щоб така, 19 лет не старше, блядь. Понял. І не менше. Да, і не менше, да. Я вже, конечно, проскакую, но... Блядь. Ебать, это пиздец. Не, ну у нас есть одна барышня, в принципе. Вот. То там можно. Его к себе. Наталі, після мене. Технічно. Там таке дупло роз'єбане вже, ти шо? А яке, шо, ти чо? Мышцы сокращают, знаешь? Якщо красиво, то роздуплюване, да. А якщо ні, то ще придержалося трохи. Що, ти дзвониш йому? Ні, оце ж хочу, бля. Він ходить шукає. Це ж з телефона забрав уже, да? Він ходить шукає, а ти йому дзвонить должен, блядь, набери його. Тіп ходить по всьому, поняв, шукає. Обережно. Все, пизда. День, там же ж вихідні платні. Ой, блядь. Тепер свой шукає. Ой, бля. Ёлки-палки, щас поїдемо ще в Київ. Будьте в прямому ефірі. Тільки треба тихонько, щоб ніхто не знав, бо вони спонтанно, блядь. Понял. Типа я там оператор якийсь. Ну да, да, да. Іменно, бо нам же ж, поняв, їдемо на зйомку, предупреждають сразу. Зйомочну групу не їбать. Масовка і підари, кажуть, ваші. Блядь, что? А с массовкой и па... Массовкой пидоры, кажуть, ваши. Понял. Съемочную не трогать. Понял. Да, сейчас він перелиза. Все, батька, давай. Давай. Ебать! Вот это панч нахуй! Говорит, съемочную наебать. Массовка. Массовка и пепа. Радий був познакомиться. Все, давай, Андрюша. Давай. Ебать, вот это тип, нахуй. Пацаны, вот это типчик, я охуею.